Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, канале, на котором вы каждый день найдете свежие обзоры на все, что в игре появляется. И сегодня у нас появился на продаже набор за 10 тысяч, который положили Т-34, Т-23Е3 семерку и ПЗ-4С. За все это просят 10 тысяч голды, и многие новички могут подумать, что эх, классно, целых 3 танка всего лишь за 10 тысяч золота, это выгодно, да и тем более там восьмерка есть, играбельная семерка и шестерка в коллекцию. Но не торопитесь покупать данный набор, пока не посмотрите данное видео, ну а дальше будете уже принимать более взвешенное решение. В этом видео покатаем на Т-34, поскольку это восьмерочка, скорее всего, интересует больше всего. Выскажу свое мнение по поводу Т-23Е3. Тачка действительно интересная, классная, пускай семерка, не восьмерка, но это как первый автомобиль в твоей жизни. Ты берешь что-то недорогое для того, чтобы научиться менять в нем масло самостоятельно, крутить какие-то гайки, крутить баранку, и не боишься его где-то поцарапать. Короче говоря, такой себе дешевый вариант научиться ездить. В нашем случае дешевый вариант научиться играть и получать удовольствие при этом. Считаю must-have в ангаре любого начинающего танкиста, если приобрести данную машину по приемлемому ценнику. Обзоры на данную машину я положил в описании. Заходите, посмотрите, тачка действительно стоящая и, как правило, не сильно дорогая. В отношении PZ4S без легендарного внешнего вида вообще никак не смотрится, не сильно хорошо играется, броней особой не обладает. Да, приятное орудие, но не более того. Я не думаю, что вы часто будете играть на PZ4S, ну просто потому что, ну, не особо-то и сверкающий. Внешний вид у него действительно очень крутой. Мне напоминает отголоски Звездных войн, в частности Дарта Вейдера с его космическим кораблем, на котором он воевал. Короче говоря, тачка внешне выглядит действительно интересно, а вот по играбельности, опять-таки, заходите в описание, посмотрите, ссылочку я положил. Короче, в отношении Т-34 самый сложный вопрос, мне кажется, потому что восьмерка, она и есть восьмерка, и по ней все меряется. К этому вопросу сейчас вернемся. А по набору 10 тысяч голды, мне кажется, что это ценник нормальный, объективный и даже приятный, потому что Т-34 я оцениваю в 5500 голды с учетом играбельности данной машины. Понятное дело, в голом состоянии. Т-23Е3 вполне спокойно можно брать за 3500-4000 тысячи, а иногда даже за 4500 с легендарным вежделином и какими-то дополнительными плюшками. Ну а PZ4S в любом случае своих 2000 стоить будет. Таким образом, получается, что в целом за десятку брать весь этот набор финансово, сугубо по ценнику, действительно выгодно. Но вот только вопрос, надо ли вам эти танки, и в частности, нужен ли вам Т-34. Мне кажется, что это далеко не самая лучшая восьмерка из тех, которые есть на данный момент в игре, и на сегодня очень сильно морально устарела. По техническим характеристикам машину пытались апать, ей добавили брони во лбу башни, но не во лбу башни была проблема, а в орудии, которым обладает данная машина. Время сведения 5,5 секунд, это действительно очень долго. Ты, в принципе, не успеваешь выцеливать своих соперников, а они успевают дать тебе в дыню и откатиться назад. Разброс нормальный, 0.321, ДПМ на уровне плинтуса, меньше 2000. Все благодаря тому, что время перезарядки просто безбожное в 12,2 секунды, и при этом ты накидываешь вроде бы как существенные 400 единиц альфы, но, блин, еще попробуй попади, попробуй выцелить. Короче говоря, не факт, что ты это успеешь сделать. Ну а самое главное, что данная машина не может за себя постоять на время, пока перезаряжается. Есть приятный угол склонения орудия вниз, минус 10, и с учетом того, что по башне апнули броню во лбу, то от башни отыгрывать на неровностях действительно комфортно и нормально. По пробитию у меня тоже абсолютно никаких претензий нет, и если вдруг не хватает базового снаряда на 248, то можно закинуть подкалиберный на 297, что в целом неплохо спасает. Короче говоря, самые большие камни преткновения — это время сведения и время перезарядки. И играя на данной машине, с такими показателями играть действительно очень сложно. Да и плюс к тому, танк не обладает подвижностью, 12 км назад и 30 с копейками вперед, по-моему, 35. Но поверьте мне, средняя скорость, с которой вы будете кататься по карте, будет составлять где-то в районе 28-30 км. Ну, плюс горки, там всякие неровности, все это будет немножко сжирать вашу максимальную скорость. Ну что, берем танк и поехали посмотрим, на что он реально способен. Ну что,
ринулись в бой и, как обычно, начинаем с подвижности. По подвижности, как я говорил, машина далеко, далеко не блещет, и я бы сказал, что является крайне унылой по передвижению. Все бы хорошо, если бы эта подвижность была связана с тем, что машина очень живучая, и когда я докачусь до какого-нибудь места, которое меня интересует, я буду там прям как мастодонт неразбираемый, которого невозможно практически пробить и выковырять с какой-то позиции. Нет, этим всем тачка абсолютно не обладает. Ты приезжаешь и просто начинаешь отхватывать по корпусу, причем без особого сведения. По башне действительно хорошо забронировано на сегодняшний день с учетом апа, но, блин, одной башней сыт не будешь, и хотелось бы, чтобы машина, которая обладает таким унылым временем сведения, вот как сейчас, да, свожусь и наконец-то кидаю своих 400. Хотелось бы, чтобы этот танк обладал большей живучестью, если вы настолько сильно порезали его возможности по орудию. 400 единиц по урону кажется крутым показателем, но по факту таковым не является, потому что попробуй еще закинем. Я вот сейчас вынужден кидать сугубо навскидку, потому что понимаю, что я не успею свестись для более точного выстрела, вот как сейчас, допустим, я не успеваю ни свестись нормально, ни перезарядиться для того, чтобы можно было кинуть следующий урон. И я не говорю о том, что здесь с учетом 400 единиц по урону перезарядка должна быть там 8 секунд. Нет, но сделайте хотя бы не 12,2, сделайте хотя бы 11 с копейками секунд. Или добавьте машине подвижности какой-то. Или, может быть, хотя бы там время сведения как-то подкорректируйте. Все это требовало апа, а не того апа, который по машине сделали. А именно добавили в маске орудия, точнее за маской орудия добавили брони. Вау, вот это действительно ап. Чем это легче делает тачки, я не совсем понимаю. Ну, разве что в тех случаях, когда прям постоянно отыгрываешь исключительно от башни где-то на неровностях, тогда да, тогда окей, там можно сказать, что помогает. Но таких игровых ситуаций не так уж и много. Для того, чтобы быть успешным на Т-34 в боях, тебе необходимо сделать 5-6 удачных выстрелов. Тогда ты выходишь плюс-минус на нормальный урон, и тогда можешь не пасти задних в своей команде в отношении результативности. Ну и вот опять ухожу на перезарядку, опять жду, опять сейчас буду сводиться, и слава богу, хотя бы соперник является таковым, который никуда не уезжает, и я бы сказал, терпеливо ждет, пока я все-таки его заберу. Любой другой соперник, мне кажется, уже давно бы куда-нибудь укатывался, и однозначно я бы не успел за ним ни поехать, ни свестись в него, ни перезарядиться. В отношении, скажем так, упреждения комментариев, которых будут писать по поводу того, что Т-34 кому-то нравится, на нем играют и получают удовольствие. Ну, для начала скажу, что я не говорю, что он прям вообще негоден. Если к нему привыкнуть, если привыкнуть к его флегматическому поведению в боях, если никуда не лезть на передовую и пытаться успевать сводиться и отстреливать по засвету своих союзников, то окей, вопросов нет, машина действительно может быть результативной. Но я не любитель унылого геймплея, это во-первых. А во-вторых, если вы будете писать по поводу того, что танк действительно классный, крутой, и прям чуть ли не имбище, то если вам не сложно, напишите, пожалуйста, какие танки 8 уровня еще у вас есть. Потому что мне почему-то кажется, что те танкисты, у которых в коллекции находятся такие машины, как Action X, Акула и подобные тачки, они явно не напишут, что они предпочитают играть именно на этом танке в первую очередь, а не на тех машинах, которые я сейчас назвал. Поэтому давайте будем объективны, давайте будем сравнивать танк с большим количеством машин, нежели просто один Т-34 в ангаре, которого мне, в принципе, достаточно. Это немножко все-таки вещи разные. Если говорить о объективном ценнике на данный танк, то я бы сказал, что на сегодняшний день машина не стоит больше 5500 в голом состоянии. Как бы его ни пытались продавать дороже, он неинтересный, он не даст вам какого-то, не знаю, веселого геймплея, фана и удовольствия. За редкими случаями вы будете входить в топ-3 по урону в своей команде, и все равно при этом всем вы не будете получать абсолютно никакого азарта от боев, вы будете просто пытаться держаться на расстоянии от своих соперников, играть от башни, стоять практически на одном и том же месте и пытаться успевать сводиться и накидывать своим соперникам.
В отношении того, покупать или не покупать данный набор, я вам скажу следующее. Есть два типа людей. Одни берут сумму денег, идут и покупают интересующие их хорошие, удобные кроссовки. И у них будет одна пара кроссовок за определенную цену. Другие люди берут ту же самую сумму денег, идут на базар, покупают себе на эту сумму более дешевой обуви в виде кроссовок, шлепанец каких-нибудь на пляж, ну и плюс какие-нибудь комнатные тапочки, и считают, что это тоже нормально. Да, пускай качество данной обуви уступает одной паре, но я-то взял целых три. Короче говоря, ребят, в отношении приобретения данного набора приблизительно та же самая ситуация. За 10 тысяч голды вы можете вполне спокойно приобрести себе в магазине периодически годную восьмерку, ну и плюс к тому взять тот же самый коллекционный какой-нибудь танчик себе в коллекцию 7 или 8 уровня на сдачу. Здесь вы получаете, да, условно три машины, но только вопрос, часто ли вы будете на них играть. Я пошел снимать следующее видео про Т23Е3, на всякий случай готовую ссылочку на данную машину уже положил в описании к данному видосу, ну а более свежее выйдет через пару минут на канале. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, стараюсь специально для вас, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия.